Всем привет! Сегодня у нас 25 августа 2020 года. Украина, город Кременчуг. Вот я хочу показать супер урожай алычи румяная зорька. Не страшны ему ни заморозки в минус 9, ни засуха. То есть, ну, сорт очень супер урожайный, очень вкусный. Я просто от него балдею. Плоды очень крупные, товарные, красивые. Может сохраняться на дереве до конца сентября. Можно его потреблять в пищу с 1 августа, но чем дольше он висит, тем вкуснее становится. Сорт очень классный. Может долго лежать в холодильниках, уже проверенный не один год, до месяца. Просто шикарный. Сейчас я вам покажу реально его урожай. Вот залеплено все. Были у нас весной заморозки в минус 9, и это не повлияло на такой шикарный урожай. Вот он. Сорт уже, в принципе, полностью спелый. Сладкий, я сейчас нарву, продегустируем. Но он может висеть и становиться еще сочнее и лучше по вкусовым качествам. Давайте это вверху дерева, вот так окрашивается на солнышке. И сейчас я покажу вам урожайность какая. Гляньте. Это сорт румяная зорька. Я что-то не пойму, что на этот сорт не обращают внимания садоводы-любители. Сорт, гляньте какой. Я его нормировал в этом году, чтобы получить более качественный крупный плод. Вот гляньте, все улеплено. Что здоровые абрикосы висят. То есть в тени у него окрас вот такого цвета, вот желтого. На солнышке он будет, как я показывал. Так, вот тоже ветка, гляньте. Полностью вся, ну, красота. Вон плоды, сейчас покажу. Вес плодов довольно крупный, гляньте в руке. Плод не маленький. То есть, ну, все ветки, вот красавцы. Вот все загружено. Кое-где, смотрю, вообще очень-очень мало. Там 2-3 штуки, вот гнилые плоды. Но это переспевшие плоды гниют. А так он... Ну, улепленный урожаем просто шикарно. Гляньте как. Наверху дерево. Так, сейчас обойду дерево с другой стороны, покажу. Вот обошел с другой стороны. Гляньте, как улеплено все крупными плодами. Вот плоды есть маленькие, но их они единичные. Эти плоды нужно было обрывать при нормировке урожая. А так вот, смотрите. Я этот сорт нормировал. Гляньте, какие здоровые плоды. Ну, я думаю, грамм 80, может даже 90 есть. Ну, сейчас нарвем, положим на веса. Ну, красота неописуемая. И очень вкусный сорт. Только не рвите его рано, вот там вот, когда он только начинает желтеть. У него нету того вкуса, как вот сейчас. Вот 25 число, 25 сентября. То есть его нужно, чтобы он на дереве доспел. Ну, сорт просто класс. Ну, залеплено все урожаем. Гляньте, сколько. Показываем. Любит ежегоднюю омолаживающую обрезку для того, чтобы плоды были высочайшего класса. Ну, вот так. Ну, давайте сейчас нарвем и посмотрим, какой, гляньте, какой у этого сорта может быть вес при хорошем уходе, при поливе, при нормировке. Потому что есть, показывают по 40 грамм плоды. Ну, это без ухода. Если посадить, как бурьян, то, возможно, будет и по 40 грамм. Если заниматься, ухаживать за сортом, то плоды очень высокого качества. То есть, ну, сорт достойный, поистине достойный. Есть черенок на продажу этого сорта. Кого заинтересовал, звоните, заказывайте. Сейчас я положу на веса и посмотрим вес и вкус. Так, смотрите, нарвали мы плодов. Плоды и крупные, есть средние вот такие. Давайте посмотрим, какой вес у средних. Это с учетом нормировки. Вот вам, пожалуйста, румяная зорька. 108 грамм. 110 грамм. Это при уходе. 112 грамм. Вы видели, какой урожай? Урожай шикарный. 120 грамм. Вот я добился какого веса при уходе, при поливе, при правильной обрезке ежегодной омолаживающей. Потому что если дерево не обрезать,
реально плоды мельчают. Вот 95 грамм. Ну, вес классный. Давайте тут посмотрим. Я специально ложу не один плод, самый большой, а показываю, вот какой в среднем размер получился в этом году на дереве. Дерево, если не ошибаюсь, 8 лет или 7 или 8. Ну, грубо говоря, 100 грамм основная масса. Что весы барахлят. Вот даже 121 грамм есть, румяная зорька. Гляньте, какой размер. И он очень вкусный, этот сорт. Ему только нужно выспеть на дереве. Ну вот поменьше плоды, вот такие, как основная масса, грубо говоря, висела. Да что такое? Отходят. Вот 90 грамм в этом году. Вот так вот. Сорт очень хороший. Я его всем советую. Плодоносит каждый год. Не страшны ни заморозки, ни морозы. Сорт морозостойкий. Отличный. Давайте сейчас разрежем, посмотрим, какая у этого сорта мякоть. На солнце вот такой вот будет яркий загар. Плоды уже спелые, но они могут висеть на дереве. Некоторые могут подгнивать, опадать, гнить, но масса большая плодов, это уже у переспевших может гнить. То есть у зеленых, у недоспевших он не гниет на дереве. Это переспевшие могут подгнивать, падать, но это не мешает вообще ничему, потому что плодов реально очень много на дереве. И основная масса, которая остается до конца сентября, ты вот так ее разрезаешь, то она просто вот так вся сочная, течет сок с нее такой, что просто... Косточка, гляньте, очень маленькая для такого сорта, очень сочный сорт. Так, а ну-ка сейчас такое помягче. Сорт очень достойный, я его всем советую завести в сад. Но нужно обязательно обрезать. Обрезать, не щадя, каждый год. И очень коротко. То есть я обрезаю, получается, побег вот сантиметров на 15. Все побеги однолетние на 15 сантиметров оставляю. И на этих побегах образовываются хорошо крупные плоды. Косточка у этого сорта отделяется. А ну-ка смотрим. Гляньте, маленькая. Вот косточка какая. Для такого плода и отделяется хорошо. Так, ну что, давайте сейчас пробовать. Смотреть по соку. Сока у него должно быть много. Вот, течет. Но если он повисит на дереве или его сорвать, положить на дозаривание в хранилище, в подвал или в летнюю кухню, то есть темное помещение. Вот так нажимаешь, и с него будет ручьем течь. Он становится чем дальше, тем намного сочнее. Но у него сок и сейчас есть, он видно, весь переливается. Давайте попробуем на вкус. Вкуснятина. Сладкий. Шкурка с легенькой кислинкой. Очень легенькая, но в принципе ее не слышно, эту кислинку. Хрустит шкурка. Сока вот ешь, когда очень много. Очень много. Мякоть такая мясистая. Вот видно, она вся переливается. Очень вкусная, такой аучевый какой-то насыщенный вкус у этого сорта. Только у спелых плодов. У зеленоватых, вот есть я видел, коллеги рвут, показывают его в недозревшем состоянии, то вкуса того вы не почувствуете. То есть он должен быть полностью выспевший, этот сорт, чтобы он показал свой достойный настоящий вкус. Класс. Сорт отличный. Советую всем. Есть черенок на продажу. Звоните, пишите, заказывайте. Новая почта вышли. А так вот небольшой обзор по этому сорту. Я уже снимал неоднократно, урожайность какая была у меня. Но она каждый год такая урожайность. Ну, решил в этом году тоже показать вам, чтобы вы не забывали, что есть такой отличный же сорт румяная зорька. С вот такими вот прекрасными вкусовыми качествами и вот таким размером. То есть, если заниматься сортом, сорт будет крупный, красивый, хороший. Если посадить как бурьян, ну, вес у него будет грамм 40 без полива до 50. С поливом, с уходом, с обрезкой будет вот такой вот вес, вид, вот как я показываю. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание, всем пока.